Волонтер пока не хочет возвращать котят в толпу приюта. Раскопала, значит, сегодня хозяйка домашнего мини-приюта 9 жизней, нужный и просто жизненно необходимый нам антибиотик. Ну, хоть что-то хорошее за сегодня. Ехать пришлось, правда, аж на площадь, центральную аптеку. По месту все аптеки пусты с нужными препаратами, а предыдущие, к сожалению, не сработали, которые девушка брала на замену. Нет даже суспензий. Не везут и склады пустые. Вроде уже и не бесхозный Донецк, а живем как в болоте. Ничего лично для волонтера не поменялось. У всех шишек только свой шкурный интерес, к сожалению. Продолжается лечение уже 2 котят. Одноглазик стабилизировался. Только проблема с ранкой, которую мы пока обрабатываем. Сегодня меняем антибиотик. Далее нужно искать грамотного хирурга, чтобы закрыть вопрос с операцией по зашиванию глаза. Слов просто нормальных уже не хватает. До чего криворукие наши ветврачи. 3-й раз волонтеру придется ложить его бедного маленького ребенка под наркоз. 2 подростков нужно край долечивать и перевозить уже в дом, то есть в приют. Влада не в силах уже со своем состоянии кататься 2 раза в день туда-сюда на квартирную передержку. А везти детей в толпу пока не хочет, пока они не окрепнут, и других, чтобы не заражать тоже. Вчера купила им мягкий корм и холистик-сушку для поддержания иммунитета. Поклевали, кстати, детки неплохо. На толпу взяла 4 большие палки варенки и 15 яиц. Съели за один присест. Аппетит у такого количества, конечно же, замечательный. На начало недели договорилась с таксистом, что поможет с доставкой всякой всячины, которую нужно будет приобрести, а это средства по уборке, продукты животным. Снова спускает хозяйка все средства под ноль, и так круговорот. Не дай бог, какая-то патовая ситуация, а у нас, как всегда, голые карманы. Влада устала очень, но нужно где-то доставать силы и двигаться по своему пути. Когда она дойдет по врачам со своими болячками, она не знает, может, на вторник получится, как всегда. Все лично откладывать долгий ящик, а потом все боком лезет. Нет, как обычно, ни средств, ни уже желания с бесконечными проблемами. Ее самостоятельность ее же и ломает каждый день.